В октябре стартовал отопительный сезон. ООО «Волжские тепловые сети» и МКП «Тепловые сети» обеспечили подачу теплоносителя к многоквартирным домам жителей города Волжского. Управляющие компании после подачи теплоносителя в многоквартирные дома города производят развоздушивание системы отопления. Если у жителей города холодные батареи, то необходимо обратиться к исполнителю коммунальной услуги, в частности, в управляющую компанию. Телефоны указаны в квитанциях исполнителей коммунальных услуг. Заявку можно оставить на электронную почту, сайту ГИЖКХ и горячая линия, которая организована в Комитете по обеспечению жизнедеятельности города Волжского. Телефон 41-33-33. В случае, если управляющая компания не реагирует на ваше заявление, вы можете обратиться в Комитет по обеспечению жизнедеятельности города по адресу 19-го подъезда 30. Ваше заявление будет рассмотрено отделом муниципального жилищного контроля. По вашим обращениям будет проведена необходимая работа.